Страйкбольный автомат Steyr AUG от производителя из Китая компании Snowwolf. В комплекте у нас есть вот такая вот инструкция со взрыв-схемой, небольшое количество шаров, один бункерный магазин, ну и, разумеется, сам автомат. Этот автомат выпускается в нескольких расцветках. Олива, черный и в цвете тан. У этого привода пламегаситель, ствол, ствольная коробка, респланка выполнены из алюминиевого сплава. Ложа, рукоятка и магазин выполнены из пластика. Этот карабин в компоновке bullpup. Это значит, что здесь казенная часть ствола находится за пистолетной рукояткой. Благодаря этому у такого привода достаточно длинный стволик. То есть стволик начинается примерно вот отсюда. В верхней части есть респланка, на которую установлены прицельные приспособления. Это мушка и диоптер. Если потянуть за рукоятку затвора, то мы получаем доступ к регулировке хопапа. Хопап регулируется с помощью колеса. Органы управления, как у настоящего ауга. Это предохранитель. Это клавиша спуска. Если нажать ее не до конца, он выстрелит одиночкой. А если полностью зажать, то начнет стрелять автоматом. И вот здесь находится клавиша отмыкания магазина. На эту модель сразу установлена откидная тактическая рукоятка. Чтобы ее сложить, нужно нажать вот на эту клавишу и подать ее вперед. Чтобы разложить, также нажимаем на клавишу и опускаем вниз. Внутри установлен гирбокс третьей версии, компоненты гирбокса стандартные, так что данный привод тюнингопригоден. Аккумулятор этого привода располагается в пятке приклада, и там достаточно много места. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо просто снять резиновый тыльник с пятки. Разъем подключения аккумулятора мини-тамия. С точки зрения магазинов, для этого привода подходят бункерные механические магазины для Steyr AUG от Snowwolf.